Ребята, привет! Я вас приветствую! Город Днепропетровск, Украина! Все гости моего канала и друзья, полюбуйтесь, где я стою! Стою река Днепр, виднеется железнодорожный мост, ветер, вчера был ливень, я сегодня вот так вот, ну, скажем так, вырядилась, есть свободное время с вами поболтать. Но, скорее всего, необходимо искать укромное место, чтобы поговорить с вами. Друзья, оставайтесь со мной. Боже мой, какой же ветер, ребята. Просто, просто. А какой красивый вид. Сейчас переверну камеру и покажу вам. Повали, а? Ой, холодина на улице какая, господи, боже мой, я замерзла. Ой, жигули вы мои, жигули. Ай, жигули вы мои, жигули. Стаканчик вот. Не сори ты, не сори на улице. Ребята, посмотрите, куда я приехала. Какая красота. Ой, завораживает. Просто завораживает. Вот это да. Смелись прямо. Весь город как на ладони. Дочка темненькая. Вот давайте я поближе подойду. Ой, ребята, как я давно мечтала походить с этим подсолнухом. Боже мой, какая красота, посмотрите. Ой, как хорошо, как красиво. Прелесть, ребята, прелесть. Смотрите, какой красивый. И сзади меня окружает. Вот я кружусь. Боже мой. Я сама как подсолнух сейчас буду. Смотрите, как красиво. Вот это да. Да, такое это редко вообще можно увидеть. Ой, мы ездили по всему городу. Ездим по делам, короче говоря. Ребята, прохладно. Такая погода прохладная. Ветруган, солнце, солнце, ветер, опять солнце, ветер. Я иду в подсолнухе. Ой! Ой, какой вообще. Там город, сейчас покажу. Я вообще хотела поговорить с вами, знаете, на какую-нибудь такую интересную тему. Но у меня от счастья все выскочило из головы. Думаю, сниму такой обзорчик неплохой в этих подсолнухах. Хотя бы сейчас только охранники не так. А там, ребята, сейчас покажу такое поле красивое. Боже мой, как красивая, богатая все-таки у нас земля. То ли это Украина, то ли это Белоруссия, то ли это Россия. Столько красивых мест. Боже мой, боже мой. Ой, смотрите, выхожу я. Выхожу, и, ой, так. Ой, и никого нет, ребята, вообще никого нет. Ох, сзади меня, смотрите, как красиво, панорама какая. Сейчас пойдем еще покажу вам, как на поле, поле, рожь, смотрите, какая прелесть. Ой, вообще, вообще, суперовенько, суперовенько. У меня, короче, слов нет, одни эмоции, ребята. Кстати, я здесь недалеко живу, только спускаться необходимо вниз. И самое, что интересно, я здесь никогда не была, потому что, ну, и не с руки, и на транспорте никак. И идти. Ну, очень красиво вообще. Кстати, смотрела, у всех погода, я смотрю, не радует, погода не очень хорошая.
У нас тоже, ребята, всю неделю были дожди. Ой, давайте сейчас пройдемся с вами, ребята, пройдемся. Я хотела поблагодарить вас. Спасибо, что вы, значит, оцениваете мои кулинарные способности высоко. Я очень рада, что понравились мои рецепты, что кое-кто даже взял у меня рецепты огурчиков и синеньких по-грузински. Спасибо, очень приятно. Ну, ребята, как приятно вырваться с мегаполиса, с большого города. И тут, в принципе, 10 минут, и ты в центре. И попадаешь в вот такую вот красоту. Как же ж редко. Вау. Да, столица — это хорошо, мегаполис — это хорошо, но воссоединение с природой, ребята, еще лучше. Меня там уже ждут, надо будет бежать. Я еще хочу вам снять обязательно там, где кукурузка, чтобы кто сидит в квартирах, в офисах, полюбовался этой красотой. Я, вы знаете, даже не готовилась. И еще такой сарафанчик одела под подсолнухи. Да. Надо помолчать, чтобы полюбовались. О, какая дорога красивая. Просто без подруг. Просто. И всего лишь 15, где-то 15-20 минут это от города, от центра. Ой, прохладненько здесь, прохладно. Пошла к солнышку. Так, ребята. Хочется петь. Ой, ласточка полый. Ребята, потрясающая вокруг красота. Если бы я знала, что у меня там, где я живу, окружает вот такая вот красота. Представляете, совсем немного пройтись или проехаться, и такие чудесные поля подсолнухов. Вот виднеется мой поселочек, вот центр города, сейчас я показываю. Проехаться всего лишь 8 минут и очутиться прямо на таких красивейших полях. Вот пшеница, прям просторы. Правда, ветер такой... Просто неимоверный. Вот русло Самары входит прямо-прямо в даль. Вот я прям по дорожке собрала подсолнух. Нельзя же на поле рвать. Кстати, везде охрана, везде смотрят. Я и не знала, к нам только что подъезжали тоже охранники. Спрашивали, что мы тут ездим, что мы хотим. Но я объяснила, что просто снимаем природу красивую, что я, оказывается, живу здесь и ничего такого и не знаю, что... Здесь действительно так красиво и хорошо. Нарвала подсолнухов, полевых цветочков. И будет меня радовать во время обеда в доме. А, и полынь нарвала. Ой, кстати, говорят, полынь очень хорошо от комаров. Вот такие вот цветочки, ребята. Пришлось озвучить это видео слегка, потому что ветер все заглушает, так как у меня все снимаю на телефон. Таких наушников нет. Короче, блогер без сапожник без сапог, блогер без хорошей армии, говорю, инструмента. Но ничего, ребята, ничего. Зато я получила массу впечатлений. Вот так живешь, ребята, и не знаешь, что тебя угрожает. Боже мой, Боже, тебя сбав. Что я говорю? Что тебя окружает? Потрясающе красиво. И совсем недалеко. И самое, что интересно, ребята, я живу всю жизнь, ну, с маленькими, конечно, перерывами в этих местах. И никогда я не поднималась на поле ни пешком, ни на машине. В детстве как-то с классом ходили, но в другую сторону, там, где лесопосадки. А вот чтобы вот так, в такой красоте, нет, никогда. Вы знаете, я очень горжусь, что я живу в таком красивом месте, потрясающем месте. Вот так сейчас я немножечко тут споткнусь, подверну ногу. Ну, я б не я не была, если бы я себе что-то не сделала, ребята. Поехали дальше. И вот, ребята, что я сегодня узнала. Оказывается, каждую субботу-воскресенье сюда приезжают автобусы, экскурсии. Мы сейчас находимся на кургане. Он был основан там в 1600 году. Я еще не знаю этой истории. Представляете, это мне охранник рассказал, который поля сторожит. Такой, знаете, какой-то прям охранник-историк. Вот я все с цветами иду. Значит, это когда... Здесь была немецкая вообще колония. Был немецкий городок.
колония, рыбацкая колония. Здесь жили немецкие рыбаки еще до революции. Много-много веков назад. Вот видите, черная машина проехала. Сейчас охранник будет погоню устраивать за этой машиной, чтобы люди не срывали кукурузу. О, все, роняю телефон. Ну, тоже. Я не я была бы, если бы я не уронила что-нибудь. Вот, ребята, на этом кургане какой-то знак 1458 год. Вы представляете, что там дальше написано, я так и не разобрала, потому что, ну, к большому сожалению, я постоянно роняю свой телефон. Ну, так суждено мне, видно. Ребята, тут, короче говоря, охрана так охраняет. Вот видите, вот эти кукурузы стоят. Мы просто остановились, потому что ветруган там такой был. Охранники за нами. А вы куда? Ну, мы говорим, там просто поснимать красивые места. Но они нам посоветовали, где поснимать. Ну просто как так просто не заедешь и не наломаешь кукурузки. Вон сколько ее много. Прямо бери и рви. Ага, не тут-то было. Кстати, молодцы, хорошо работают. Хорошо. Любой труд необходимо, чтобы он был оплачиваем. Вот кукурузочки сколько. Ну вообще, я стою и подсолнухи, и кукуруза. Ой, ребята, такую небольшую прогулочку я вам сделала. Спасибо, что побыли со мной. Сейчас попробую более-менее так красивенько смонтировать. Все, я вас целую, до новых встреч, всего вам доброго. Пока, ребята, пока.